Дорогие друзья, а мы всех гостей. Наверное, Мигель нас уже заждался. Нас? Тебя? Не, ну конечно, если бы у меня были вот такие вот сисяндры. Он бы тоже говорил нас. Но я бы эти силиконовые капитошки грудью не называла бы. Главное, естественность. Пардон, а с каких это пор бата стала естественностью? Здравствуйте, Клара! Не ожидал вас здесь сегодня увидеть. Мы сами в шоке! Да. Зря вся мылась, только ручку поцеловал. Знаешь, она мне тоже не нравится. Ты начинай ее лупить первая, а я потом подтяну. Так, ну что, сеньориты, давайте начнем с разминки. Поехали! А, дуруруха! 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 Кларочка, встаньте на свое место! Так, готовы, девочки? Поехали! И... раз, два, три, четыре. Хорошо. Мигель Павлович, у меня там посмотри, диски сместились или куда-то. Я по ощущениям никак не пойму. Нет, все хорошо у вас там, Клара. Спасибо. Давненько мне в эту область комплиментов не прилетало. Тренер, у меня вот здесь болит. Где? Вот здесь. Наверное, капитошка лопнула. Или это все-таки диски? Так, сеньориты, не ссорьтесь. У меня есть для вас важная новость. На следующей неделе будут проходить областные соревнования по танцам. И наш клуб «Галя Дэнс» подал свою заявку на участие. И для этого мне нужна партнерша, для того, чтобы с честью представить наш клуб на соревнованиях. Ну что тут решать? Девочки, занятия на сегодня окончены. В смысле? А с кем по-твоему Мигель танцевать должен? Со старухой или вот с этой женщиной? Секундочку, если ты не ослышалась, там требуется пара людей, а не мужчина. Саму тебе! Я все-таки толгатый! Так, у меня прям дилемма такая! Сеньориты, не ссорьтесь! Господи, да не ссорьтесь, сеньориты! Пусть нас рассудит танец! Она не водит в кино, мне должно быть понятно уже давно. Из такой, как она. Клара, скажите, а что вы делаете на следующей неделе? Да просто мне партнерша ж нужна. А эти две истерички меня бесят. Я выбираю вас. Ну, значит, на следующей неделе у меня областные соревнования по йоге. Вообще никак. Да, ну ладно. И уговаривать не будешь. Забыли про йогу. Это не женщина. Все-таки диски. Лучше просто пойду Yeah.
ниточкой на запястье. Все это на счастье, мама говорила, я себя разбила и забрала. Все это на счастье, лишь бы оно было, чтобы потеряла, но обрела. Все это на счастье, мама говорила, я себя разбила и забрала. Все это на счастье. Анна Шарковская, встречайте бурными аплодисментами!
кафедры целенья, знаете, острые богиня, словно кукла баб на витрине хочет главную картине. Дорогие друзья, свой музыкальный подарок вам дарит Ирина Бусова! Чем беда?
чем беда. Дорогие друзья, с праздником вас поздравляет вокальное трио «Соло». Добрый-добрый вечер! Как настроение? Петь будем? Отлично! Yeah.
что жизнь есть у меня. Все, что радость каждого дня. Все, о чем ты обе не мечты. Это все ты. Все, что жизнь есть у меня. Все, что радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой. Нашему Лепелю исполнилось 583 года. Довольно солидный возраст, я бы сказал так. Да, и с этим не поспоришь. А представляешь, каким должен быть торт, чтобы на нем уместилось такое количество именинных свечей? Поэтому вместо них на празднике города будет фейерверк. А если серьезно, то мне кажется, что города как люди. И лет им столько, насколько они себя чувствуют. И возраст их лучше всего измерять не годами, а добрыми и радостными событиями. А их в Лепеле происходит немало. Рождаются и подрастают дети, заселяются новоселами дома, открываются новые объекты. Наш город, несмотря на свой возраст, остается юным. Кстати, Алиса, думаю, эта фраза особенно сейчас понравилась всем женщинам. Без сомнения. А город по-детски искренне радуется каждому новому дню. По-молодежному следует влияние моды и становится все более современным. И сегодня в его праздник мы желаем нашему родному Лепелю. Город наш, будь вечно молодым. Радуй нас своей красотою. Ты в истории страны неповторим, светлою и яркою судьбою. Каждый раз.
жизнь вокруг была. Желаем, чтобы было солнце всегда над вашим домом и царила в нем радость. Желаем, чтобы к вам удача пришла и ярче жизнь вокруг была. Дорогие друзья, букет от председателя Лепельского районного исполнительного комитета Михаила Леонидовича Киселевича артистам. Еще раз с праздником, родной Лепель! Мира, добра и счастья тебе, наш любимый город! Ладно, на тебя смотрят идеологическая работа. Всех снимать. Потом выложим праздник. Всех. Вот сколько минут будет, столько снимем. Час, два. Всех снимать. Уже ты что, я 100 лет не был на параде. А мы напишем, что 3 сентября день окончания Второй мировой войны. Сегодня день Вторая мировая война закончилась. Был подписан пакт о капитуляции Японии. Кисло им сказали, надо идти, они не хотят, а им надо. Палку надо достать. Палку. У тебя здесь палка? Да. Давай. Надо палку? Да. На. Я подержу.
Вечером 3 сентября 2022 года или 7530 лет от сотворения мира в звездном храме по русскому ведическому православному летоисчислению. Дал какую крутую машину. Это автобусный парк, наверное. Мужику 2 отгула дадут за то, что машину несет. Раньше у нас в России так же было. Кто флаги несут, 2 отгула. То бишь 2 дополнительных выходных. Это финансы крайне почти идут. Вон там еще колонна. Все, вторая колонна пошла. Курточку наверх. Одеть у меня подлиннее. А что, тут по кругу можно делать, кругов можно Танка ходит солдат Второй мировой войны. Тоже в колонну пошли? Нет. Деревня Песковатки. Вот. Thank you.
стоит. Никогда не видел. На паузу? Да, ставлю. Друзья, с днем нашего родного и любимого города Лепеля. День рождения, город мой, пришел осенний порой. Весь шестой, что он стоит, сад озерами омыт. Эсми, улыбки. Рейси омывают город мой, оберегают города покой. В Эссе речке воды, чистая слеза, что от счастья самоцветами искрится. Воды улы, Лепеля глаза, в каждой капельке судьба хранится.
летописных документах Лепель впервые упоминается в 1439 году, когда великий князь Витебский Сигизмунд подарил линию католическому костелу в Витебске. В 16 веке местечко выкупил политик и дипломат канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега, который принес главное сооружение церковь, костел и замок на другой берег, основал новый Лепель. Статус уездного города местечко Лепель получило в апреле 1805 года. А строительство Березинской водной системы, соединившей Днепр и Западную Двину, превратило его в значительный центр на севере Беларуси. Здесь развивается промышленность, торговля, народные промыслы и ремесла, активизируется культурная жизнь. Новые обороты жизни города и района придали события Октябрьской революции. Установление советской власти и создание первых колхозов, а также строительство участка железной дороги Лепель-Орша. По 28 июня 1944 года Лепель был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Период оккупации стал одной из самых трагических страниц в истории нашего города и района. Гитлеровцы уничтожили свыше 4700 человек. 903 человека были вывезены в Германию на каторжные работы. Полностью или частично было уничтожено 47 деревень, некоторые из которых так и не были восстановлены. После освобождения города лепельчане восстановили разрушенное войной хозяйство. Город стал расти и развиваться, приобретать все более современный вид, сохраняя при этом свое самобытное очарование. И сегодня он занимает достойное место среди других белорусских городов. Он бережно хранит народные традиции своих предков. Чтит память о своем историческом прошлом и оперует отстоявших его свободу. Растет, развивается и хорошеет на глазах. Благодаря трудолюбию и заботе своих жителей строятся новые дома, открываются новые объекты, ремонтируются дороги и улицы, благоустраиваются дворы и места отдыха, славятся своими достижениями учреждения образования и спорта, прославляют наш город, организации и предприятия Лепеля. За все это мы благодарим наших лепельчан, чей каждодневный труд помогает воплотить все в реальность. Наш город молодеет вместе с подрастающим поколением. Учеба, спорт строят ряды. Наши юные лепельчане активны всегда и во всем. Конечно, наш город Лепель ставит радость своей детворе. Город родной, мы тобою гордимся. Успехи тебе посвящаем. Лепель, наш город любимый, с днем рождения тебя поздравляем. Солнце луча светил, сто дорог.
и столетия сменялись события и поколения, но словно питая город живительной силой, никогда не прекращали нести свои чистые воды Эсса и Ула. Движение рек не остановить, оно продолжается, несмотря ни на что, как продолжается и жизнь нашего города. Две реки, вот и вот. Слово предоставляется председателю Лепельского районного исполнительного комитета Михаилу Леонидовичу Киселевичу. Уважаемые гости, дорогие земляки, поздравляю вас с днем рождения нашего города. Сегодня наш общий праздник, он объединяет нас всех. Всех, кто здесь родился, и всех, кто приехал сюда работать в Питере. Это праздник тех, кто любит родной ветер и трудится на его пару. Мы гордимся своей малой родиной, нашими традициями, достижениями наших земляков. Если согласиться с отечественной историей нашего города, то видно, что жители и обители нас проявляли себя как храбрые и самоотверженные люди. Не зря в истории Лепеля известно как один из 27 городов Беларуси, награжденных вызовом за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. 6 человек – герои Советского Союза, 1 – полный кавалер Ордена Славы, 2 – герои социалистического труда, 19 – кавалеров Ордена Ленина. К кому праздникам выражаем особое слово благодарности этим людям, которые ценой собственной жизни отстояли честь и независимость нашего города во время Великой Отечественной войны, а также тем людям, кто восстанавливал город в послевоенное нелегкое время. Сегодня в сфере сельскохозяйственного производства, образования, здравоохранения, культуры, предпринимательской деятельности трудится немало замечательных специалистов, которые достойно продолжают славные традиции старшего поколения, приумножая трудовую славу района. Благодаря вашему труду до конца 2022 года будет введено в эксплуатацию более 10 тысяч метров квадратных жилья. Уже сегодня сельскохозяйственные предприятия намолотили 30 тысяч тонн зерна. С учетом кукурузы мы еще пополним наши закрома более чем на 5 тысяч тонн зерна. Высокие результаты в работе достигают наши промышленные предприятия, лесохозяйственные, мелиоративные, дорожные, строительные, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Активно развивается туристическая сфера. Особое внимание уделяем социальной сфере. Более 70% бюджета района направляется и будет направляться на эти нужные цели. Для комфортной учебы и работы произведены ремонты дошкольных и школьных учреждений образования. Пополняется автобусный парк. Совместно с Белорусской Федерацией футбола на территории гимназии имени Ярошова мы открыли и оборудовали новое современное мини-футбольное поле. Приобретена новая медицинская техника для Центральной районной больницы. В этом году наш район снова вышел на первое место в области по результатам централизованного тестирования. Достойные победы на республиканском, а также международном уровне есть у многих трудовых коллективов Лепельщины. Радует, что все больше молодых людей связывают свою судьбу со своей малой родиной, прославляют ее своими талантами и достижениями. Сегодня Лепель – современный город, в котором комфортно жить и развиваться, реализовывать себя и воплощать мечты в реальность. Уверен, что будущее нашего района зависит только от нас. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Начальник отделения производства Магазинского. А это еще раз? Помощник. А паспорт есть? А ваши документы? Вот. У вас паспорт есть с собой? А это что? Это не паспорт. А что это? У вас паспорт есть с собой? Конечно, и паспорт есть. Ваши документы, аусвайс. Вы документы тоже покажите. Я покажу. А в чем проблема? Наш город – это природная семья. Наш город – мир любимого столица. Мы мечтаем, дерзаем и будемся вопросить. Сколько вы здесь находитесь? 17 июля. 17, да? 17 октября будет 3 месяца. Если бы не судебные тяжбы, мы бы уже уехали. Мы планировали уехать 1 сентября. Я вам
Хорошо, хорошо. А ваши документы, пожалуйста. Конечно, ваши документы вначале, пожалуйста. Еще раз, я не расслышала, как ваше имя, отчество, фамилия. Очень приятно. Ну, уйдем, уйдем. Я вам не разрешаю снимать. А вы при исполнении служебных, вы не имеете права. У нас в Республике Беларусь запрещено снимать милицию. Если вы это куда-то выложите, обязательно. Я на вас подам в суд. Пожалуйста. Только сначала вы, уже на вас мы в суд подали за то, что у вас существует здесь в Лепеле организована преступная группировка. А сейчас у нас как раз мы отправили во все инстанции, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, КГБ, в администрацию президента, в областные. Поэтому, пожалуйста, подавайте, имейте право. Хорошо, уйдем. А вас уже сегодня вы будете выложены. Рядом с шариком я. Женщина с шариком. СКРВ-ровский паспорт, да? Ну, он мне это, я ему и тот, я тот его потом взял. Он говорит, это не документ.
отвернулся. С праздником тебя, наш любимый Лебедь! Молодости и процветания тебе, наш город! Счастья и добра вам, лебедчане! С праздником, друзья! Дорогие друзья, мы приглашаем вас присоединиться к дальнейшему празднованию Дня города! Ждем вас на праздничных мероприятиях в городском парке! Глаз сюда попало, до сих пор неудобно. Дорогие друзья, сегодня сейчас в свободы проходит выставка техники и движения скоростного автобуса. В городском парке вас ожидает инфекционная инфекция погоды и технических советов. Это вот АГС автоматический гранат, когда-то я с него стрелял. Подожди. Наверное, покупаешь, знаю. Я хочу это съесть. Спроси, может дадут? А, пиши, пиши. Говорит, угощайтесь, я говорю, благодарим. Поцелуй меня, приятель, убери раз, без отрыва. Угощаться. Это, наверное, их не председатель. Чтобы пирожные пойдем оставим. Виктор Владимирович, он сказал там крест. Я пирожные занесла. Вот это, как они поют, а потом долго лиционеры, чтоб кратенько. Мне бля целовали, не качала голову. В лесу, говорят, мору, говорят, растет, говорят, сосенка, понравилась. Красивая девчонка.
людей, чтобы отошли. Документы. Но он же не думал, Катюш. Документы. Нормально. Свои документы. Он свою работу делает. Нормально. Слушай. Очень хорошо Моя безответная.
Красиво, туман, дымка над водой. Семи видео, секунд 15.
дождь идет, это очень хороший знак. Когда в дорогу дождь, всегда хорошо. Не снимала, что ли? Снимала. Все, все. Катюша замерзла. Все, на охоту собрался. За огурцами. Охота на огурцов. Пойдет три бутика. Вернул назад. Все, разоружились. Наша власть переменилась. Разоружились. Давай. Вы костюм вообще разобрали на стирку? Хренеть, да? Скажи, что у него там на голове за горшок? Соломенная шляпа. Я как из сказки дед. Давай. Это видео было. Когда пробиваешь, и все, это закрутилось, и следующую бросаешь. Угу. Таким образом. Сколько то есть тут энергии, схемы, да, схемы разные, смотря какой узор, что и как, и вот таким образом. Интересно. А сейчас фабрично все. Кто сейчас будет за такой труд платить такие деньги? Вы прям как отсюда оделись. Ну. Точно. Да, рядом со станком, Катя, вы сфотографируете? Давай. У станка. Только что сшито. Да. Отойди. Да, да, только. Только что сплетено. Сейчас, давайте. Это там, наверное, тесьма нашита, да? Это, да, 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 тесьма, это есть. Это чтобы нам побыстрее. Можно и вышить, есть с вышивкой. Что побыстрее? Можно еще побыстрее тесьму, раз и все. Вот здесь фотографирую. Катя, Катя, я не оделся. Походкой,
обратиться. Все так, чем так год, и так счастлив был я. Я вспоминаю, тебя вспоминаю, та радость моя зашла как заря. Летящей походкой ты вышла из мая, и скрылась из глаз. Песни, тогда поем их до конца.